15:32, скоро закончим. Что ждет от человека Бог? Скажите мне, что может ждать от человека, что может ждать отец от своего ребенка? Вот смотрите, если Бог отец человека, духовный отец человека, то что должен вот я ждать от своего ребенка, которого я родил? Я могу вам сказать, я ничего не ожидаю. Я ожидаю счастья, здоровья, я ожидаю семейственности, потому что я бы хотел, чтобы каждый ребенок мой, чтобы у него появилась семья, чтобы у сына появилась жена, чтобы у них было счастье и здоровье. Вот чего я ожидаю. Поэтому чего ждет Бог от человека? Я могу вам сказать, он ждет счастья, здоровья, семейственности, он ждет радости от человека. Но вот что должен ждать от Бога человек? Я могу сказать, соблюдение Божьих законов. Вот смотрите, что делает Бог. В физике есть законы, когда определенные электроны определенным образом складываются, или определенные молекулы определенным образом соединяются. Неужели вы думаете, что если бы Бога не было, это бы соединялось правильно? Такого бы не было, потому что все должно соединяться по какому-то закону. Существует ряд законов соединения электронов, соединения определенных химических элементов, электричество, там, радиация, там, пар, вода, кружение, магниты и так далее. Там соединение молекул, соединение клеток в человеке, там, формирование гормонов определенным образом. И это все движение электричества, это все имеет определенный закон. Вот этот закон называется общим законом, концептуалом божественности. Этот закон изменить нельзя, как бы человек ни стремился к тому, чтобы этот закон перелететь или как-то изменить, ничего у него не выйдет. Закон есть закон, и он божественный. Бог следит за тем, чтобы этот закон исполнялся. Если бы Бог исчез и перестал бы закон работать, то клетки начали бы соединяться как попало. А почему человек начинает болеть онкологическими заболеваниями? Человек болеет онкологическими заболеваниями, потому что у него не бывает веры. Он настолько амбициозен, эгоистичен, что вот до самого последнего момента он считает, что он все способен, он все может сделать, у него все получится и так далее. И он разрушает закон. Какой? Божий. Закон концептуальности. Закон концептуальности – это закон, в ходе которого человек рожден для того, чтобы прожить счастливым. И что может помочь этому человеку? Вера, слова «скоро у меня это будет», и после этого отвлекание от того, что это скоро появится. Почему? Пусть на плечи божественной энергии что-то ложится, пусть общий закон работает.